по погоде одеваюсь, стараюсь там шапку, шарф, варежки, теплую обувь одевать. Когда уже я чувствую, что это необходимо и неизбежно, надо идти по делам. А если это, то зачем кутаться? Можно дома посидеть в тепле. Колеса перебывают, в первую очередь. Подальше от деревьев ставить машину, чтобы ветки не упали на машину. Ну как минимум. В зимние периоды сильные в Анапе ветра, конечно же, убирают с дворов то, что может улететь, то, что может причинить какой-то ущерб или вред, конечно.